Три у главы Дагестана Сергей Меликов не остался в стороне в этот священный для мусульман праздник Курбан-Байрам. От его имени среди нуждающейся части населения раздадут тонну мяса. Муфтия Дагестана выражает свою признательность Сергею Меликову за проявленное участие и ощутимую поддержку мусульман в эти праздничные дни. От муфтиат Республики Дагестан выражаем огромную благодарность временно исполняющему обязанности главы республики Сергею Алимовичу Меликову за щедрость и проявленную солидарность с мусульманами в эти священные дни. От его имени среди нуждающихся жителей нашего региона будет роздана 1 тонна мяса. Сергей Алимович, ваша помощь – это неоценимый вклад в развитие благотворительности и, несомненно, ощутимая поддержка нуждающимся и обездоленным. Желаем вам и всему вашему коллективу неиссякаемой энергии, процветания, здоровья и благополучия.